Здравствуйте, участники конкурса Game Dev Junior номинации Code. Меня зовут Гена, я участвовал в оценке ваших работ, каждая из которых уже является победой и прорывом. Я живу в Израиле, и здесь всегда очень не хватает программистов разных направлений. Так что каждый раз, когда вы прикладываете усилия и преодолеваете сложности в изучении логики и структуры программирования, вы не только получаете видимый результат, но также и обеспечиваете себе возможность в будущем работать в интереснейшей и разнообразнейшей индустрии хай-тек. Рассматривая и оценивая ваши работы, я обращал внимание на простоту, эффективность и стабильность кода. Простота кода позволяет программисту не утонуть в множестве работающих, но запутанных функций, а также работать в команде других программистов, не тратя много времени на объяснение, что к чему в программе. Умение создавать короткую и эффективную, решающую множество проблем программу выделяет программиста среди прочих, а также упрощает ему жизнь. Стабильность часто приходит именно из простоты и эффективности, обеспечивая как бесперебойную работу банковских программ безопасности и баз данных, так и удовольствие пользователя от игры в ваше приложение, не вылетающее и не зависающее без повода и по поводу. Простота, эффективность и стабильность – это скелет, без которого гениальный дизайн или супероригинальный геймплей не значит ровным счетом ничего. Несмотря на полученные оценки за ваши проекты, обязательно пролистайте код прочих участников. Поймите и используйте их достоинства. Из ваших общих замечаний сразу хочу сказать, что игра, как рассказ или фильм, при выпуске должна быть закончена. Не обязательно разрабатывать невероятное вступление и фееричное завершение, но вступление и завершение необходимы. Одна из частых проблем, которые я увидел среди ваших проектов, это неверный принцип создания кода управления. А игроку хочется, чтобы при нажатии на клавишу управления его персонаж на экране не только сразу отзывался действием, но и не останавливался перед повторением этого действия. Поэтому такой блок событий, как когда клавиша такая-то нажата, лучше использовать для запуска одноразового процесса или действия, например, выстрел или прыжок. Тогда как сцепка блоков события, когда флажок нажат, управление ждать до, сенсор клавиша такая-то нажата дает моментальный ответ на нажатие клавиши управления и не имеет паузы перед дальнейшим повторением. Обратите внимание на то, как в некоторых проектах был реализован искусственный интеллект. Если вы уже освоили управление персонажем, создание препятствий и условия победы-проигрыша, то самое время сделать упор на разработку компьютерного соперника. Научите компьютер функционировать самостоятельно, принимать решения, начиная с простого «вот перед персонажем компьютера препятствие». Можно обойти его справа, можно обойти его слева. Пусть компьютер выберет, как лучше, выбирая короткий путь, рассчитывая его из знания собственных координат и координат препятствий, обойти это препятствие. И продолжайте совершенствовать ваш код искусственного интеллекта в процессе изучения программирования. Потом вы сможете использовать этот шаблон в любых своих приложениях. И когда у вас есть плавное управление персонажем и умный и интересный компьютерный соперник, остается добавить только близкие к реальным законам физики. В некоторых проектах конкурса вы найдете эффект замедления при наезде машинки на траву. То есть, как и в реальности, машинка не отпрыгивает от барьера, а теряет скорость от того, что колеса попадают на траву. Это пример реальной физики в приложении, который сразу повышает интерес и удовольствие от процесса игры. Хочу добавить, что мне было интересно играть в ваши игры и читать ваш код. Всем желаю удачи и никогда не останавливаться перед сложностями, а возвращаться к коду каждый день, постигая все новые возможности. Спасибо за внимание.